И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы. Мы продолжаем просмотр аниме Код Гиас. У нас по счету идет 8-я серия 2-го сезона. И прошлая серия, как мне кажется, была крайне интересная. Именно тем, что в ней показали, очень хорошо показали переживания Лелуша, борьбу с самим собой, непонимание, как дальше поступить и что дальше сделать, да, какое решение принять, какое решение будет правильным. И еще раз повторюсь, это очень хорошо показали. Именно вот чувствовались его эти вот переживания, его эта борьба, да. Вот, но по итогу он смог к концу серии взять себя в руки, вот, и сказал, что как он, так и весь Орден Черных Рыцарей принимают позицию Нанори. Так оно или это или нет, до конца пока непонятно. Это мы узнаем уже при просмотре этой или последующих серий. Вот, но в общем мне прошлая серия крайне понравилась. Вот, так что будем приступать к просмотру этой, но перед этим не забывайте, как обычно, подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии, если вам нравятся мои реакции. Ну и если вы хотите смотреть это аниме и другие, которые выходят на канале на несколько серий вперед, без закрытия экрана, заглушения звука, вырезов, вставок, то в этом случае подписывайтесь на Boosty. Подписочка стоит 100 рублей, а ссылочка находится в описании под роликом. И желаю всем приятного просмотра, друзья. Поехали смотреть. Клятву самому себе не нарушить. Лелуш Лампируш поклялся отомстить за мать и создать мир, в котором его сестра Нанали сможет жить счастливо. Поэтому у него теперь есть Гиас. Поэтому он стал Зеро и поднял восстание. По крайней мере, в те дни Лелуш верил в это. Да, по крайней мере, в те дни Лелуш верил в это. Сейчас же... Как он думает, во что он верит? Понятно, не совсем. Брат, твое обещание. Да, я сдержу его. Сотрудничать с японской административной областью? Все равно это не значит, что твои преступления будут прощены. Сазако. Да, знаю. Отступаем. Орден Черных Рыцарей повторно погрузился под воду. Нам преследовать Винсента? Нет необходимости. Поиски Сиси на время приостановлены. Умоляю, Ролан, если тебя раскроют, то и мне. Содействовать японской административной зоне? Что, черт побери, у него на уме? Как знать. Оги, если решение Зеро не во благо японцев... Тодо-сан. Зеро, скажи... Ну и начнутся, да. Заставляйте свою новобрачную так долго ждать. Кагуэ, весьма приятно видеть вас по-прежнему энергичны. Начнутся внутренние склоки, да? Как всегда, изволите удивлять людей. Поддержать японскую особую область. Да. Что это значит? Да я сразу говорил, мы притворимся, что захватили наживку, а сами надерем британцам задницу. Сражаться, сражаться и сражаться. И что потом? Погоди-ка. Ты чё, предлагаешь нам с ними дружбу водить? Или есть путь для достижения нашей цели без битвы? Ты хочешь изменить Британию изнутри? Мы ведь боремся за независимость. То-то. Что значит быть японцем? Всем 11-м объявление от правительства Британии. Что теперь делать? Японская область? Ты что, уже настолько отчаялся? Еще одна кровавая принцесса? Но Зеро сказал оказать содействие. Вокруг одна каторга. Только мы из 11-х стали пожалованными британцами. Что теперь, опять японцами становиться? Туда только безработные подадутся. Желающих присоединиться к японской особой административной области пока нет. Судя по тому, что дальнейших заявлений от Зеро не последовало, есть основания полагать, что он занят урегулированием разногласий внутри Ордена Черных Рыцарей. Во всяком случае, таково мнение официальных лиц правительства. В этот раз попрошу вас читать то, что написано. Как губернатор, я... Губернатор не является императором. Он всего лишь представитель его величества в подотчетном секторе. На сей раз мы сделаем все, что в наших силах в отношении японской административной области. Но впредь прошу вас предупреждать о подобных решениях. Академический отпуск? Да. Ну хорошо, что по итогу ее решение все-таки приняли. Да, ее так слегка читали.
сказав именно вот предупреждать, если она захочет делать что-то подобное, что так сильно может повлиять на все и всех целиком и полностью, да, но палки в колеса ей вставлять не собираются, это хорошо. У меня будет много работы. С Японской областью, да? А как же план по устройству сада? Прости, как покончу с самым необходимым, вернусь. Сузаку, скажи, а Карен... Ей нельзя как-нибудь помочь? Есть же всякие сделки о признании вины, может так? Ведь важны не только мир во всем мире, но и друзья, семья. Нельзя ли поговорить с губернатором? Как я по телефону в тот раз. Лулу, ты говорил с ней? С маленькой принцессой? А, да, в ночь после вечеринки. Только это меня с кем-то спутали. Так что и разговор вышел ни о чем. Ну, это ничего. Лилуш, ты на самом деле потерял воспоминания? Или... Если ты вернул себе воспоминания, ответь мне. Зачем ты убил Юфи? Ты мог бы найти другой способ. Ты предатель! Куроруги Сузаку! Ну, держись! Мне кажется, вот другой способ найти... Да, он и нашел этот способ, и... Мы это все знаем, да? Все то, как оно случилось, но с тем, каким стал Сузаку на данный момент, да, со всеми его тоже, со всей войной, обратно тоже с самим собой у него тоже идет какая-то борьба, да? Если Лелуш поговорит с ним по душам и при этом признается ему во всем целиком и полностью, как это все произошло, да, и что виной этому Гиас, опишет, просто распишет всю ситуацию, то почему-то мне очень слабо, я очень слабо верю в то, что Сузаку все это поверит, все это примет и при этом сможет его простить. Да, если бы он поверил, он бы простил его, но он не поверит. Вот уверен просто на все 100%, что он не поверил бы. Живи! Сэр Куроруги, вы живы? В глубине души я хотел искупить вину смертью. А еще ж как это все-таки Гиас этот работает на нем, да? Гиас именно в плане жить. Это и очень сильно его защищает, с одной стороны. И с другой стороны, в случае, если будет стоять вопрос кого-то, допустим, защитить, кого он хочет, но при этом ему нужно будет отдать свою жизнь, он по итогу этого не сделает. То есть это может и это ему играет и на руку, и в то же самое время может сыграть и против него в какой-то определенной ситуации. Такой... Но под действием Гиаса получил приказ жить. Все из-за тебя. Да, я предполагал, что это произойдет. И уже послал Синозаки Сайоко. Понятно. Хорошее решение, Дитхард. Все-таки ты лучший. Просто великолепно. Твоему таланту нет равных. Благодарю. Для меня это честь. Угодно ли вам продолжить с дальнейшими приготовлениями согласно плану? Да. Наши тактические задачи поменялись, но стратегия та же. Рассчитываю на тебя. Ты ведь не забыл о своем обещании? Нет. Я буду защищать эту академию, место, с которым связана наша с тобой повседневная жизнь. Но я также буду и препятствовать лживому режиму британского правления. Мне тоже есть что защищать, потому я помогу тебе, брат. Если тебя раскроют, академия исчезнет. Да. И Виви. Меня убьют как предателя. Тогда мне тоже придет конец. У нас с тобой общая судьба. Ну, плюс-минус, да. Прошу прощения, задержалась на занятиях в кружке. Что вы хотели, Зера? Ну что вы, учитель? Как же она все-таки, видите, ее все не может до конца это принять. И, блин, я не знаю, это просто вот все борются сами с собой. Она, с одной стороны, как бы и хочет этого, и не хочет. Сузаку, с одной стороны, хочет быть таким, какой он есть на данный момент, и не хочет. Лелуш вроде бы и хочет
того, чего хотел еще с начала первого сезона, но в то же самое время все равно ломается. То есть у всех вот такие вот противоречивые эти вот чувства, да? Но по ней видно, насколько ей это вот неловко и неудобно, именно вот в какой она по итогу оказалась ситуации. Так и засветиться недолго. В чем дело, Лелуш? Не хотите повидаться с Оги? В пятом наблюдается алфавитный эффект. Обратный отчет. 20, 19, 18. Я вернулся, 19. Нина. Это вы, Канон? Давно не виделись. И ваше высочество Шнайзель здесь? Когда вы изволили вернуться из Евросоюза? Только что. Мы подписали с Францией мир. Но ведь если вести наступление, как и прежде... Частые победы ведут к поражению. Каждый человек находится в поисках надежды. Однако чья-то победа может ее растоптать. Это относится и к союзникам, и к врагам. Ведь каждый человек должен к чему-то стремиться. Что? Ты кот Сузаку? Ты ему нравишься, Аня. Японские одежды? Да. Я всегда их ношу во время тренировок. Скучаешь по Японии? Как сказать? Есть и хорошие воспоминания. Сэр Куруруги, вот где вы были? В чем дело? Требуется ваша подпись. Это приказ о смертной казни напавшего на вас сэр Куруруги 11-го. Приказ вступит в силу с момента подписания кем-либо, начиная с рыцаря круга и выше. Мы продолжаем исследование. Поддержка, которую ваше высочество оказывает мне, не будет напрасна. Еще с тех пор, со времени черного восстания... Почему? Сесиль! Да! Профессор Ллойд, не надо! Нина! И ты, Милли! Дайте мне убить Зера! Дайте отомстить за принцессу Юфимию! Все опытные образцы терпели сплошные неудачи. Но если вы соизволите еще немного подождать... Ты действовала во имя Юфи. Пусть то, как ее имя вписано в историю, достойно сожаления. Мне хотелось бы верить ей. Как верят Корнели, Нанели, Канон и Сузаку. Так веришь в Юфи и ты. Благодаря чему я тебе и доверяю. Благодарю вас. Сэр Куруруги. Подпишет одна. Я тоже вхожу в круг. Хорошо, проблем нет. С вашего позволения. Сузаку, ты что, мазохист? Знал, что тебя будут ненавидеть в зоне 11, и все равно вызвался. Герой пронумерованных. Предатель Японии. Враг Зеро. Как на скамье подсудимых. Злоба и зависть тебя убьют. Ничего страшного, если никто меня не поймет. Раньше... Был человек, который меня понимал. Тем более, я с самого начала взял на душу грех. Эй, вы двое! Кажется, долгожданный выход Зера на связь состоялся. Скажите, а мне вообще можно находиться здесь? Ты же хотела увидеть Зеро. Но все же... Простите, все остальные заняты приготовлениями для области. Все же разговор не для ушей посторонних. И что это за откровенный наряд такой? Простите, буду осмотрительней. Вроде подключилась. Чё, мне нравится наряд. Трое рыцарей круга. Но генерал-губернатора что-то не видно. Переговоры будут на правительственном уровне. Скажи-ка, вот я хочу спросить. Прошлый Зеро, это был ты? Или, может... А Зеро судит не по содержанию, а по действиям. Ага, философство. Неплохой ответ, да. Пришли черные рыцари к согласию. После того, что им сказали оказать содействие японской административной зоне. Мы готовы обеспечить вам поддержку миллиона человек. Миллиона? Правда ли это? Но с одним условием. Я хочу от вас дать мне возможность скрыться. Впрочем, у вас должны быть свои причины. Как насчет избавиться от Зера путем высылки из страны? В смысле скрыться?
В смысле выслать из страны? Зачем скрываться? И потом как-то действовать из-под пола, но если ты где бы то ни был, будешь отдавать какие-то указания, какие-то приказы, у них все равно будет мнение о том, что это делаешь именно ты. А зачем тебе это нужно? А зачем скрываться? Непонятно. А как же Орден Черных Рыцарей? Избавиться хочет, лишь бы самому в живых остаться. Его своя же группировка линчует, если узнает. Потому, дабы не быть убит, говорю с вами лично. Скукота. Региональное законодательство сектора, статья 12, пункт 8. Основываясь на данном законе, генерал-губернатор имеет право вынести приговор о высылке из страны. Мисс Ломейер, вы предлагаете дать Зеро уйти? Я лишь озвучила юридическое толкование закона. Что скажете? Можно будет объявить на самих торжествах. Для вас это наиболее приемлемо. А и впрямь неплохо. Побег лидера и террористам 11-м подрезал бы крылышки. Но ведь этого преступника... Код Гиас, восстание Лелуша, часть вторая. Я пока не понимаю, зачем ему это нужно. В ходе обсуждений с и какую игру он ведет. Пришли к выводу, что наилучший выход — высылка Зеро из страны. Может и так. Одна я не вправе простить все преступления. Вот, держи. Там правильно написано имя Юфи. Юфи, мы исполним твое последнее желание. Ради мира, милосердия и добра. Что-то не так? Нет. Кажется, есть еще кто-то, кроме нас, кто скорбит по Юфи. Понятно. Кто-то еще. Как это хорошо. Теперь все? Да. Черта подведена. Здесь нас больше ничего не держит. Мы ведем репортаж из гетто Сизуока, территории, выделенной под японскую административную область. Множество 11-х собралось здесь в ожидании начала церемонии открытия. Поскольку присутствует свыше миллиона человек, их личности будут установлены позже. В то же время присутствие стольких человек показывает... Какое значение имеют для 11-х слова Зеро? Это да. Это показывает на все 100%, потому что абсолютно все были против этого, да? Абсолютно все. Ни единого человека, наверное, не было, кто согласился бы с Нанали. И чисто после слов Зеро собралось такое огромное столпотворение. Влияние он, конечно, имеет колоссальное. Но для чего ему исчезать, для чего ему уходить, для чего ему скрываться, для чего ему все делать так, чтобы это выглядело, как будто он предал Орден, я пока не понимаю. Если это продуманный какой-то план, и он посвятил в этот план обратно же свой орден, то это одно. Я короче, не вдупляю. Которых вот-вот придаст. Возможно ли, что поднимется восстание? Тогда получим основание для зачистки. Главное, не лезьте в драку первыми, усекли? Да, милорд. Неужели Чигуса? Оги Канаме... Ты в самом деле здесь? Извини, что тебе пришлось меня подбирать. Ничего, что более важно? Я всего лишь временно занимаю пост. Когда выберут нового посла, придется вернуться. Плюс ко всему, это наш шанс. Но ведь Орден Черных Рыцарей... О чем позаботился вчера, на то рассчитывай завтра. Потому... Господин Синки, вы все же... Не бери в голову. Мне только продержаться еще чуть-чуть. Я очень рада, что вас так много собралось. Прошу вашей поддержки в созидании новой истории. Сэр Гилфорд, с вашим здоровьем. Японская область была заветным желанием принцессы Юфемии. Но Зеро еще не появлялся лично. Он умеет заботиться о своей безопасности. И появится, если будет уверен в своей защите. Прежде чем приступить к церемонии, мы известим вас об обстоятельствах переговоров с Зеро. Те, кто присоединится к японской особой административной области на правах граждан империи, освобождаются от ответственности за совершение преступления первой степени тяжести и получают отсрочку исполнения приговора за другие преступления. Впрочем, организатор преступлений
подобных убийств у бывшего генерал-губернатора Калариса не может быть прощен. Согласно региональному законодательству сектора, пункта 8 статьи 12, один только Зеро будет выслан из страны. Один Зеро? То есть, он хочет в одиночку сбежать? Благодарю вас, дамы и господа британцы. Безмерно обязан вашему великодушию. Вы все-таки пришли. Ну, чего теперь ждать? Если начнется непонятно, восстание, чего теперь можно ждать. Будет зачистить всех нарушителей порядка, как мисс Ламэй рассказала. Покажи себя, Зеро! Я лично обеспечу безопасную высылку за пределы страны! Мне не нужна чужая помощь. Более того, я хочу задать тебе вопрос, Куруруги Сузаку. Что значит быть японцем? Что есть народ? Что? Язык? Страна? Кровные узы? Нет, это... сердце! И я так считаю. Самосознание, истина и гордость. То есть тот, чье сердце приковано к истокам родной культуры, и неважно, где он живет, останется японцем. И как это связано с тем, что ты сбегаешь в одиночку? Зеро. И все же это произошло. Что случилось? Губернатор. Придется. Всем отрядам приготовиться к подавлению бунта. Есть, милорд. Постойте! Еще никто ничего не успел сделать. Как пить дать, это часть плана Зеро. Но как ни крути, пока сам Зеро не вылезет. Вылез. Ну и ну, он был здесь с самого начала. Зеро? Случилось нечто из ряда вон. Это Зеро. Зеро и в самом деле явился. Впрочем... Типа туза в рукаве. Этим миллионам человек все военное превосходство нам испортил. Всем Зеро слушать меня. Приказ нового губернатора Нанали. Отправиться в ссылку немедля. Что? Где бы мы ни были, пока в нас бьется сердце. Мы японцы. Итак, курс на новые земли. Все Зеро отправляемся в другие края. Давайте-ка все будем высланы. Мы же вроде как Зеро. Точно! Мы Зеро! Высылайте нас! Идем, Зеро! Ага, на законных основаниях хотят смыться. Но это глупо. Ну, глупо со стороны Лелуша верить в то, что это сработает подобным образом. Типа, высладка... То, что Зеро договорился, что его... Меня радует то, что он все-таки посвятил в свои планы орден. Это хорошо. Но то, что это сработает таким вот образом, и все согласятся с тем, что, ну, блин, окей, у нас миллион Зеро, давай, короче, миллионы вышлем. Типа, чё бы нет, они же все Зеро. Это глупо, это из ряда вон. Не знаю, это глупо. Наивен был расчет на то, что бунта не последует. Сохраняйте спокойствие. Транспортировка миллиона человек не представляется. Нам докладывает портовое управление. Портовое? Не может быть. Выписанный Китайской Федерацией ледяной корабль? Поскольку заказчик отбыл сразу перед началом церемонии, времени на проверку. Невозможно. Мы на этом поплывем. Там ведь лед. Не растает часом? Все будет как надо. На ледяном корабле лед надежно защищен особыми изолирующими полимерами и сверхпленкой пельтье. Зеро, в первую очередь, отследите настоящего Зеро! Понимаете, легко сказать настоящего. Ну и ну. Что теперь будет? Наверное, непонятно. Зеро не кумир, а образ. Нет, вернее, он сделал себя живой надеждой. Снимайте маски, одиннадцатые! Британская идиотка! Не стреляй! Мы не сражаться сюда пришли! Это ты, Оги? А, нет. Я Зеро. Нет, я Зеро. Еще не установлено. Мисс Ломейер на месте событий. Вы считаете, в этом можно ей довериться? Все в порядке. Сузаку тоже там. Сэр Куруруги, раз мы теряем миллион человек, пусть это послужит примером в назидание. Прошу, подождите! Зеро! Прикажи всем снять маски! Если так пойдет дальше, опять погибнет множество людей! Вот с этим я согласен. С этим я согласен, потому что никто не согласится отправить целые миллионы. Просто начнется сейчас какая-то потасовка, и
вновь погибнет огромная куча людей, которые ни к чему не причастны и ни в чем не виноваты. Поэтому я говорю, что этот план какой-то странный, я не могу понять смысла этого плана. Ты его не видел, смысла все равно нет. Куруруги Сузаку! Это бунт! Прикажите атаковать! Нет! Это что-то вроде ненасильственного метода. Как поступим, Сузаку? Тебе решать. Дать сбежать Зеро означает попустительство? Тебе и всему этому миллиону? Если исчезнет Орден Черных Рыцарей, в зоне 11 настанет мир. Нанели не придется пятнать руки. И все же, это трусливый удар из-под тишка. Приказывай, позволь Зеро уйти. Придется приказать. Пристрелить Зеро. Пристрелить! Умри, Зеро! Может и так? Одно я не вправе простить все преступления. Да, пусть будет так. Нанели и Юфи простили бы его. Враг — это Зеро! Зеро должен быть выслан! Если нарушить данное слово, другие люди больше не будут нам верить. Люди? Вы об 11-х? Это вы потому, что сами пронумерованы. Речь не о нумерации. К тому же, зачем вам не согласны с политикой Империи? Миллион человек только что попрал ногами Британию. Тогда не будет ли депортация подобных нарушителей надлежащей мерой? И тем не менее. Зеро, дай обещание, что окажешь им помощь. Само собой, Куруруги Сузаку. Сможешь ли ты, в свою очередь, хранить оставшихся в зоне 11 японцев? Ради этого я и на военной службе. Понятно. Я верю этому обещанию. Все Зеро это слышали? Так провозгласил сэр Куруруги. Нарушители подлежат изгнанию. Теперь все помехи устранены. Вперед, к берегам свободы! Поторапливайся, нечего тянуть. Прощай, британка. Я б всех этих нарушителей спокойствия! Господин Синь... Но если так подумать, они ничего не нарушили. Да, это был своеобразный план. Я, конечно, не понимаю, как он в итоге проканал. Но отчасти изгнание — это и есть наказание. И, по сути, они все люди, которые поддерживают именно Зеро. И обратно же, всех их изгнание — это избавление от этого миллиона людей, которые недовольны всем тем, что делает Британия, да? Недовольны той ситуацией, в которой они находятся, и тем, как они, допустим, там живут, и так далее, 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 и их всех в итоге вышлют. Отчасти как-то и вроде бы и правильно, но как-то и... Не знаю, в моем... Вот как я все это вижу, это все выглядит крайне стрёмно, и я удивлен, что не начали их по итогу всех перестреливать. Не, все странно. Дело, касающееся 11-го сектора, судя по всему, прошло успешно. Ясно. Считаешь, пришла пора и нам принять участие, Зеро? Сузаку только что спас миллион человек, и хоть бы кто спасибо сказал. Это он должен и сам понимать. Вся операция строилась на вере в то, что я не отдам приказ стрелять. Зеро, да-да, хорошо изучил меня. Ты мой злейший враг, и потому я тебя отлично знаю. К этому решению ты пришел в том числе потому, что понимаешь Нанели. Так что пока я благодарен тебе, Куруруги Сузаку. Однако не забудь о своем обещании. Перевод Блэк... Ну да, весь его план основывался на том, что он знал, что решение будет принимать непосредственно Сузаку, что выбор будет конкретно, что выбор пойдет именно на него, то, как по итогу все сделать. И зная его на протяжении всей своей жизни, зная его идеала, зная все его принципы, допустим, да, зная то, чего он хочет, то, какой он человек, ну, Блелуш предположил, что
он сделает все именно подобным образом. С такой точки зрения этот план не такой дурацкий. Но с другой стороны, он просто был очень... этот план был очень опасен. Ну просто это все держалось на волоске. Там 50 на 50. Либо у тебя все получается, либо колоссальная просто потасовка, огромные потери, смерти просто многих и многих и многих тысяч людей, которые при этом ни в чем не винны. Ни в чем не повинны. Но получилось все так, как получилось. Хорошо, я не понимаю, правда, куда их по итогу отсылают и что они будут делать там. И как будут, в общем, у них дела обстоять там. Но увидим, да, увидим дальше. Увидим то, что будут дальше нам показывать в следующих сериях. Хорошо. Серия тоже однозначно неплохая. Однозначно неплохая. И с каждой серии идет где-то вот какое-то вот развитие, ничего нигде не стопорится, все идет равномерно, постепенно, сюжет развивается, это мне все нравится. Ну ладно. На этом моменте я буду заканчивать и буду со всеми прощаться. Надеюсь, вам понравилась эта реакция, друзья. Вот, и всем доброго дня, доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро. В новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. Всем пока-пока.